Приветствую, друзья, с 1 маем вас, с праздником. Это великий праздник, конечно. И вот теперь посмотрите, что мне делает мой друг Александр, психиатр. Да, не случайно он психиатр, все были бы психиатры такими, чтобы помогали нам оздоровить общество. А вы посмотрите, пожалуйста, что мне написала наша Наталья Кавитама, которая у нас создала платформу «Как помочь себе». Там, в телеграм-канале. Вы подпишитесь на мой телеграм-канал. И здесь в описании под роликом все контакты, все ссылки. Она написала: вы гений, ваши картины шедевры, и вы гениально включаете людей через них. Суть, когда человек смотрит, вроде с целью сказать, что добавить, он автоматически ловит волну волшебства из картины, и его внутреннее состояние меняется, и еще у человека просыпается его внутренний творец. Сэма Камедович, спасибо, вы гений. Посмотрела на картинку и поймала улыбку. Посмотрела в себя, о чем она, и поняла. Вы гениально включаете людей творчеством от Бога, который течет через вас в этот мир. Ура! С 1 маем, друзья! Как приятно находить на земле братьев по разуму. А кто-то ищет их там, в космосе. Так что, братья по разуму, сохраним разум на планете, сохраним нашу человечность. С праздником еще раз, друзья. И посмотрите, какая картина. Медитация. Звездная ночь, Вселенная. И мы, люди, человеки, с любовью друг к другу. Дай Бог вам всем здоровья и счастья. До встречи.